Всем добрый день! Сегодня очередное видео по доработке Renault Duster. И сегодня мы с вами будем делать дополнительную подсветку заднего хода. Как показала практика, вот этого фонаря при движении задним ходом в темноте недостаточно, света мало. Со второй стороны в этом месте находится задняя противотуманная фара. У нас полярная ночь, поэтому посмотрел идею на Drive2.ru и купил орлиные глаза. Будем их вставлять вот в эти катафоты. С одной стороны 3 и с этой стороны тоже 3. Так, вот они у меня лежат разложены. Пришли они вот в таком вот виде. Хочу сразу сказать, что они требуют доработки. Итак, заказал комплект орлиных глазов, стоимость не помню, под видео укажу ссылку, где можно будет посмотреть, сколько они стоят. Их 10 штук в комплекте, притом они большие, есть на 18, эти на 23, то есть они побольше. Так, они вот здесь загерметизированы, но этот более-менее, но остальные загерметизированы хуже, поэтому их надо разбирать и герметизировать, что с этой стороны, что... со стороны вот этих вот стекол, линз, вот этих вот, вот такие вот линзочки. Вот таким лезвием от канцелярского ножа я их вот так вот поддевал, выковыривал. Стекла вклеены очень похабно, то есть где-то вообще клея практически нет, где-то клей есть, вот видно, что я его вышкребал, то есть вот это было проклеено более-менее. Какие-то вообще не проклеенные. Далее я диоды как бы внутрь вот так вот выдвигал, я вставлю фотографии, к сожалению, я не снял это дело. Я провод вот этот выдвигал наверх и туда герметика как бы черного наливал, задвигал и потом тряпочкой все это вытирал. То есть тут сейчас герметично. Теперь нам осталось клеить стеклышки их обратно. Для этого я использую вот такой прозрачный герметик. И сейчас мы с вами будем их клеивать. Это доработка перед установкой, чтобы они у нас поработали подольше. Стекла вклеиваем на обычный герметик, прозрачный, силиконовый. Да, универсальный. То есть я по кругу вот так вот намазываю. Наносим герметик. Больше-меньше не знаю. Сейчас поэкспериментируем. Протираем стеклышко, чтобы оно было чистое, линзочку. И вклеиваем. Таким вот образом. Излишки герметика, которые по краям выставили, удаляем. Теперь видно, что по краям он полностью, линзочка эта вклеилась. То есть по краям везде герметик. То есть она точно будет герметична. Продолжаем так с остальными всеми этими диодиками. Так, следующий этап нашей доработки. Мы снимаем вот такие вот заглушки, катафоты с бампера. Снимается очень просто, надо под машину либо залезть, либо просто там с наружной стороны бампера, вот такие есть, они защелкнуты, надо нажать и отщелкнуть внутрь, и потом она вынимается вот этой штукой, она зацепляется там. С правой стороны аналогично, то же самое, нажимаем, отщелкиваем и внутрь, очень элементарно все снимается. Ну, посадочные места, вот так вот они выглядят, придется тут нам немножко рассверлить. С одной стороны, ну, или срезать лишнюю, и с другой стороны, чтобы у нас сюда эти самые влезли концы все вот эти вот. Так, далее снял заднюю фару эту, вот она лежит у нас, снимается очень просто, два таких барашка смотри откручиваются вот отсюда, достаем домкрат, лишнюю трихомудию всякую и снимаем. Тут у меня стоит парктроник, я сам ставил, и он уже подключен к заднему ходу, то есть нам надо припаяться вот к этим колодкам и все. Продолжаем. Так, для того чтобы нам получше все это дело разметить, потому что здесь как бы, ну, не на всю площадь, мы сейчас наклеим скотч вот такой.
Так, вот так у нас получились катафоты после наклейки скотча. Сверлим, сверло я взял на 9,5. Так, просверлили, равняем краешки. Тут вот эта верхняя какая-то хрупкая, как вот этот катафот этот, довольно-таки. Снимаем нашу портянку. Вот так получились у нас три отверстия. Давайте попробуем на одну вставить. Вот так получилось у нас на деле. Поскольку катафот выгнут вот так вот, то они, ну, конечно, криво. Блин, как мерил, не знаю. Ну, короче, вот так криво. Поскольку катафот вот так выгнут, то они как бы будут светить в разных, ну, направлениях, не в одной как бы плоскости, так скажем. Получилось у нас вот такой вот результат. Не знаю, как я так мерил, но получилось все криво. Но я думаю, будет не шибко сильно заметно. Протягиваем гаечки. Тянуть сильно не надо, потому что катафот этот может лопнуть. Он потрескивает так. Дальше будем заниматься проводкой. Лишние провода нам не нужны. Что на этом? Что на этом? Теперь надо их собрать в кучу. Все, мотаем теперь в кучку, черные к черным, цветные к цветным. Получилась вот такая вот заготовка, черные к черным, цветные к цветным. Посмотрим, как оно будет гореть. Вот такой примерно свет. По глазам бьет. Как будет светить, покажет практика. Но опять же, светить будет, я думаю, ярче. Не знаю, насколько будет видно, но вот одно окно, вот второе. И в бампере сейчас я попробую срезать полоску вот эту. Бампер довольно-таки мягкий, обычным канцелярским ножом. Ну, все, вот так отрезал полоску. Будет как-то вот так.
Так, ну вот и подпаял проводки. Этот короткий с правой стороны. Вот этот длинный с левой стороны. Все, наши теперь катафоты готовы к установке. Дырочки я подрезал с этой стороны. С этой стороны. Все, осталось их вставить, протянуть провода. На фаре здесь такой мягкий уплотнитель вокруг вот этого отверстия и вокруг вот этих вот отверстий. Чтобы нам и так туда целая куча проводов от парктроника заходит. Чтобы нам туда все это не заводить, у нас тут еще подключен фаркоп и от него розетка. И идут вот провода. Черная масса, он у нас белый, на фаркоп идет. И вот задний ход. Подпаяешь где-нибудь в этом вот месте, чтобы все это за бампер спрятать. Заизолирую все это дело. И все, фару соберу на место. Продолжаем. Понятно, что в условиях гаража как бы полное у нас обзора не получится, но тем не менее хочу, пока не подключил, хочу вот у меня фару родную на место прислонил, так скажем, показать, как просто светит родной свет вот этой вот задней фары. Ну еще открыт багажник, с багажника очень много света. Так, давайте багажник прикроем. То есть вот так вот светит у нас задняя вот эта вот фонарь заднего хода. С одной стороны там темнота, то есть освещает вот эту сторону, только левую, правая вообще темнота, когда задом сдаешь. И после установки сейчас тоже засниму. Ну вот я протянул провода. На скруточку пока сделал, фару еще не ставил. Вот так они у нас светят с одной стороны. Вот так светят с другой стороны. Сейчас я выключу свет и посмотрим. Без заднего этого фонаря. То есть, ну, судите сами, сколько света от них. Плюс еще будет задний вот этот фонарь светить. Могу сказать, что очень ярко они светят. Ну, конечно, лучше бы на улице все это пробовать. Но они направлены самое то вниз, то есть вот на землю, а не куда-то там. И как бы разведены в стороны. То есть не чисто назад светят, а вот, даже вот ту стенку всю, вот у меня там стоит мойка сбоку, вот оттуда все они освещают. Как-то так. Ну все, осталось припаять и поставить фару. Так, ну что, завершающая стадия. Включаем заднюю скорость, включаем зажигание. Надо проверить работу парктроника. Так, тут у нас все светится. Задний ход горит. Сейчас проверим работу парктроника. Это он там пищит. Отошли. Показываю, что 0,8. Перекрываем передний датчик. Пищит. Все работает. Второй датчик. Пищит. Все работает. Так, сейчас то же самое сделаем с другой стороны. Отходим. 0,8. Первый датчик. Работает. Второй датчик работает. Так, ну еще раз выключу свет. Сравнивайте с тем, что было. Все, всем пока.